Всем привет! Иногда на природе бывают ситуации, когда необходимо долгое время находиться на одном месте без движения. И это знакомо в первую очередь рыбакам и охотникам. В данном случае теплосберегающие качества одежды, а конкретнее термобелья, выходят на первый план. И сегодня речь пойдет как раз про такое термобелье – термобелье «Арктик». Ткань термобелья имеет растяжимость, но все же уступает стрейчевым материалам. Основное назначение ткани – согревать. Плоские швы не создают дискомфорта при длительной носке белья. Резюмируя, можно сказать, что это теплое термобелье, которое прекрасно дышит и будет греть даже в мокром состоянии. Оно прекрасно подойдет для зимней рыбалки и охоты, зимних видов спорта, там, где перемежаются периоды активности и статики. Спасибо вам за просмотр. Оставляйте свои комментарии и отзывы на странице изделия на сайте компании «Сплав».